Здоровки, мужики и их тёлочки. Вы по любасу соскучились по этому голосу. С вами Санька Джаггернаут. Поехали. Гуччи это луито, кузов удлинён. Мутим деньги каждый день, наплевать на всё. Такс, удалим порнуху, ну в смысле рефераты. Вы, наверное, спросите. Джага, какого хуя так долго не было тутора? Мужики, я так напиздячился на Новый год, что вот только к марту протрезвел. Вот сука, завтра надо свою соску поздравлять. Не реви. Не реви. Это ты ревешь или я реву? Я реву. А я не реву. Не реви. Не реви. Не реву. Вот так и не реви. Спокойствие, только спокойствие. Надо не паниковать. Может, как в прошлом году ей флаг подарить. Бля, чё делать? Я тоже ничего не приготовил, сука, лишь бы не попасться ей. А, бля, только не это. Такс, а маме подарю дневник за 6-й класс. Там у меня одни пятерки. Ей понравится. Так о чем это я? Всем тонкотелкам и фанаткам я дарю этот тутор. Не веди себя так, как будто тебе похуй на мой 6-й. И позыркаем, что там в группе творится. Последний месяц вы в конец прихуели. Мало просмотров, так еще и в группе лойсов мало ставите. Только и можете что в личные сообщения писать. Мне, конечно, приятно это все, но чаще всего вы ведете себя, как школьники. Давайте ебать, пора взрослеть. Я седым буду ходить, скоро уж 19 стукнет. Пить будешь? Нет. Точно? Вообще ничего не будешь пить? Кроме пива. На нахуй. Ну, пап, чё ты как не мужик? Пошел ты нахер! Я же только один раз бухим домой пришел. Да блять. Опять ягуар бухать. Я трезвый, во мне нет больше неудачных специй. Такс, надо подрой заценить, чё там в инстаграм выложили. Опа-на, новый батл вышел. Стоп, я же знаю этого чувака. Он у меня в модераторах сидит еще. Не умру от яда, я завожу свои тачки пальцем. И кое-что хочу сказать прямо. Вы только посмотрите, два одинаковых лица. Только у мелкого штани крутые, за 40 гривен. Твою мать, за 40 гривен штаны, Надо пока запиздяичить в танке. Научу, как отмечать 8 марта в танкеске. Пока грузит мой MacBook от фирмы DNS, рубанем одну катку в Майнкрафт. Ребята, вы играете в Майнкрафт? Да! Что лучше, ветераны или Майнкрафт? Майнкрафт! Да! Класс! Ну на самом деле, это не хуйня квадратная. Ну по крайней мере, сюда донатить на микропрокачке не надо. Вообще я люблю купе, но X6 лучше BMW. Мне так комфортно за 5.